Регионы, как только был опубликован проект бюджета 2017, я думаю, что все регионы, включая Одесский, просто погрязли в таком шоковом состоянии, потому что в бюджетном плане 2017 год для региона будет, наверное, самым тяжелым, начиная с 2014 года. В 2017 году на регионы сбросили все, весь балласт, который не нужен центральной власти. Это и профтехобразование, это и образование взагалі, это и детские сады, и содержание учреждений культуры, плюс льготный проезд, то злополучное яблоко раздора, которое перепихивалось. Ира, я правильно понимаю, что вы перечислили все те отрасли, в которых стоит ждать проблем? И с выплатами зарплат в том числе. Ждать проблем депутатам областного уровня, депутатам районного уровня, сельского и так далее. Более того, в 2017 году все мы прекрасно знаем, что у нас будут фактически в такой несовершенной административно-территориальной реформе, в полу-таком зачаточном непонятном состоянии, у нас будут обезглавлены области, не будет у нас губернаторов обл. Администрации, скорее всего.